возникла в Соединенных Штатах в 30-е годы 20 века. Путем скрещивания фокстерьера с чихуахуа появилась маленькая, активная собачка с гладкой шерстью и крепким телом. Ее появление было связано с широким распространением в то время цирковых представлений. Трупы колесили по стране, а маленьким собачкам предстояло выполнять одну из главных задач – уничтожать грызунов. Несмотря на то, что порода существовала большое количество времени, она долго не получала мировое признание. Только в 2003 году ее одобрил американский клуб собаководов. Высота в холке колеблется от 21,5 до 29 сантиметров 2 миллиметров. Вес – от 1,5 до 3,5 килограмма. Порода обладает проницательным умом, проявляет храбрость, энергично и решительно. Так как порода прежде всего охотничья, то ей передалось рвение к громкому лаю, рытью ям во дворе и на улице. Собаки будут воспринимать в доме маленьких и грызунов как добычу, поэтому не стоит искушать питомца, а подумать, прежде чем заводить в доме других животных. Американский тойтерьер любит быть в центре внимания. Им нравится общение и ласка. Они не переносят одиночество. Спасибо за просмотр!